В республике завершился второй форум некоммерческих организаций. Два дня участники сессии «Чувашия будущего. Стратегия развития 2030» обсуждали возможные точки роста. Сотни активистов приняли участие в интеллектуальном штурме. К участникам форума присоединился глава республики Михаил Игнатьев. Понятно, мы вместе с вами удовлетворить все просьбы, все те предложения, которые поступают, просто не сможем. Но наша задача была, и она и остается, чтобы мы всегда учитывали мнение абсолютного большинства жителей Чувашской Республики и от этого уже принимали соответствующие решения. Благодаря совместной работе представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций удалось сформулировать 11 проектов по развитию культуры, экономики, здравоохранения, образования. Уникальность форума в том, что каждый проект проходит общественный фильтр, а это значит, что лишних людей и идей здесь быть не может. Смысл нашего проекта заключается в том, чтобы готовить не отдельных специалистов, а управленческие команды, либо команды специалистов технических и иных под конкретный проект, либо под конкретный запрос. Для того, чтобы идеи обрели плоть и кровь, необходимо финансирование. Извечный вопрос, где взять деньги, тоже всесторонне обсуждался на форуме. Ресурсы у нас есть. Прежде всего, это малый и средний бизнес. Как бы это ни звучало, тем не менее, это реально. Они могут поддержать, они могут вложить. Ну и не говоря уже о том, что в реальной степени в этом заинтересовано федеральное правительство, соответственно, федеральный бюджет будет участвовать и региональный бюджет. В республике уже есть удачные примеры реализации проектов с государственной поддержкой. Научно-техническая лаборатория «Интеллектуариум» для раннего развития детей, «Общее дело» по обучению пенсионеров компьютерной грамоте и другие. И везде инициаторами и исполнителями выступали некоммерческие организации. Ну, в общем, много-много бед у нас в стране, к сожалению, пока. И вот некоммерческие организации, они все-таки как раз на острие вот этой борьбы за социальные права, то есть за справедливость. Я не видел ни одного человека, который бы занимался бы общественной работой, у которого не горело бы, так скажем, сердце. В Чувашии зарегистрировано около 1400 НКО. Половина из них имеет социальную ориентированность. Не побоюсь этого слова, здесь закладываются некие основы такого регионального, чувашского, сколково. Тот драйв, то желание, тот позитивный, активный посыл, который есть у нашей молодежи, у наших ребят, он меня очень даже обнадежил. И некоторые проекты меня лично даже очень заинтересовали. Подводя итоги, эксперты сошлись во мнении. Форум «Чувашия будущего. Стратегия развития 2030» – эффективная площадка для построения диалога между властью и обществом. А там, где есть диалог, там и будущее видится яснее. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Игорь Зверев. Республика.